Для любителей зимних видов спорта февраль богат на события. Лыжная база подготовила для саровчан настоящие массовые спортивные праздники, которые состоятся на этих и на следующих выходных. 11 февраля пройдет 18-я лыжня России-2024. С 9 утра на старт на дистанцию 2 километра выйдут военнослужащие Саровской дивизии. В этом году впервые в рамках лыжни России проведут спортивные забеги. 10 часов мы даем старт на спортивные забеги. Дистанции это 20 километров, 10 километров и 5 километров. Чтобы, соответственно, заявиться на спортивные дистанции, нужно на электронную почту прислать заявку и обязательно на спортивные дистанции это медицинская справка. То есть допуск только за подписью врача. В 12 часов состоится торжественное открытие соревнований и награждение победителей и призеров спортивных забегов. В 12:15 начнется массовый забег на дистанцию 2 километра без учета времени для всех желающих саровчан, студентов учебных заведений и сотрудников предприятий и учреждений города. Приходите получить заряд энергии и бодрости на свежем зимнем воздухе. А 17-18 февраля на лыжной базе пройдет юбилейный 45-й лыжный мемориал Музрукова. За два дня на старт выйдут порядка 2000 человек в нескольких забегах. В соревнованиях также примут участие спортсмены не только города Сарова, но и иногородние спортсмены. Дистанции это традиционные, 15 километров это спортивная дистанция, также 10 километров спортивная дистанция для юношей у нас младшего возраста и 5 километров спортивная для девушек и женщин. Также в рамках мемориала пройдут забеги на 3,5 километров в рамках сдачи норм ГТО. На 2-километровую дистанцию без учета времени выйдут руководители ВНИЭФ города и ветераны спорта. В массовом забеге смогут принять участие все желающие. 18 февраля пройдут эстафетные гонки среди всех возрастных групп. На мемориал ожидаются гости. Это Никита Крюков, он является олимпийским чемпионом, неоднократным победителем этапов Кубка мира, чемпионом мира. Будем надеяться, что у нас пройдет встреча с воспитанниками спортивной школы, где он поделится информацией, то есть, возможно, как он пришел в лыжные гонки, чего он достиг. Мы ждем от него общения с нашими детьми и, в принципе, с жителями города. Для спортсменов лыжный сезон в самом разгаре. Они участвуют в различных соревнованиях, турнирах и гонках. Недавно для лыжников завершились областные соревнования памяти члена сборной Нижегородской области Динары Гаджиевой. Саровчане показали достойные результаты и стали победителями и призерами. Спортсмен «Шор-Атом» Дмитрий Сюндюков отобрался на первенство России в возрастной категории 15-16 лет, которое пройдет в Сыктывкаре. Также впереди у юных лыжников первенство с «Шор-Атом» и состязания для маленьких спортсменов. Достойная смена. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.